Hammaga salom. Sizlar bilan Bekxan. Redmi'ning 2-chi serveriga xush kelibsizlar. Bugungi videomizda bizning gruppirovkaga qarshi raid bo'ldi. Raidda qilishdan maqsadligi gruppirovkaning lideri kimligini aniqlash va uni qamoqqa olish. Lekin buni ular uddala olishdimi yoki uddala olishmadimi? Hozir ko'rib o'zingiz guvohi bo'lasiz. Agar siz biz bilan birga o'ynagingiz kelayotgan bo'lsa, Radmir 2-chi serveriga kirasizlar. O'yinni qanaqa qilib ko'chirish, qanaqa usulni qilish, hamma-hammasini opisaniyada qoldiramiz va o'yinga registratsiya qilganingizda albatta mana promo kodimni kichkina harflarda Bekxan va katta harflarda PL chiziqcha A0 promo kodini tersangiz, yaxshigina pul ishlab olasiz. Qana bo'lmasa videoyimizni boshladik. Что тут происходит? Малышевой, покиньте эту территорию быстро. Это мой дом. Выйти из машины. Быстро. Выйти из машины. Вы его возьмете, Кен? Нет, я его не возьму. Проверьте у него документы, пожалуйста. Покажите мне свои документы. Берите перед этим оружие, пожалуйста, из рук. Передал документы человеку напротив. Взял документы человеку напротив, открыл первую страницу, вторую страницу, третью страницу. Что тут происходит? Объясните, пожалуйста. Как его зовут? Скажите, пожалуйста. Этот молодой человек знает, как... Я не заметил, как его зовут. Можете еще раз показать свои документы, Далча? Покажите мне еще раз, пожалуйста. Так, достал документ от человека напротив. Зовут Бекхан. Бекхан, молодого человека зовут. Стоп, как еще раз? Бекхан. О, хорошо. Достаньте стяжки, наденьте на него, он будет задержан на выяснение обстоятельств. Возможно, это повод. Отдал документ обратно, да. Вы его задержите, Кен. Достал стяжки, после чего надел на человека напротив, взял человека напротив под руку. Так, вы имеете право хранить молчание, все, что вы скажете, может и будет использовано против вас в суде. Также вы имеете право на адвоката. Если вы не можете позволить себе адвоката, он будет предоставлен вам государству. Также вы имеете право на один телефонный звонок, длительность которого не более 7 минут. Вам ясны зачитанные права? Вам ясны зачитанные права? Агент? Да. Агенты, во время допроса, агенты, было выяснено, что лидер этой группировки зовут Бекхан. Этот свидетель, получается, которого мы допросили, он может это подтвердить? Меня слышно? Да. Агент Пи. Агент Пи, вас не слышно. Да. Подведите, пожалуйста, сюда данного человека. С задержанным. Молодой человек, как зовут лидера группировки? Человек, этих двоих людей в офис, получается. Я проведу с ними допрос, еще один агент для допроса. Все, на этом закругляемся, поехали. Конечно. В офис допрашивать. Этих агенты, вот этих людей в офис. Сейчас вы с нами конвоируем, скажем так. Да, сейчас, да, конечно. А почему данного человека отпустили стоять? Почему данный человек отпущен? Да, выяснение обстоятельств. Я у него конфисковал штурмовую винтовку. Штурмовую винтовку? Лазер в кобуру, снял наручники. Хорошо. С пояса, одел наручники на человека напротив. Нет. Молодой человек, я лично нашел у вас штурмовую винтовку. Вот все. Ладно, вызывайте еще. Взял на руку человеку напротив. Вызывайте. Да, ты сейчас вызову. Открыл дверь автомобиля, посадил наручники автомобиля, прости. Так, я с этим человеком что-то поднял. Открыл дверь автомобиля. Закрыл дверь. С ним что делать, Агент? Я тебе помогу закрыть их, ну. Вот это вот 460-е, у него не было вообще никакого запрещенного. Зачем его задерживать-то? Если у людей, которых не было найдено ничего запрещенного, отпускаем. Да, данного человека, да. Отпускаем данного человека, если не было найдено ничего. Данных людей, агент Пи, смотрите, агент Кей, давайте как сделаем. Тут есть, смотрите, автомобиль, получается. Вы садитесь в этот автомобиль. Да. Хорошо. Агент Пи, смотрите, данных людей и агента Кей к офису и в подвал. И в подвал, ожидайте меня там.
Я уже сижу. Все, отлично. Агент Ки, садитесь. У него было что-то найдено запрещенное? Я не знал. У него не было, у него вообще не было. Проведите вторичный обыск, если ничего нету, то отпускаем. Джей, мы вас ждем. Да. Все, едем. Мой человек в этот, я сяду в другой. Стойте. Офицер, офицер, агент. Перестал взломать руку человеку напротив. Вот этого человека. Агент, стойте, меня слышно? Да, да. Вот этого человека взломайте руку и в КПЗ за 6.8. Хорошо. Заломал руку человеку напротив. КПЗ. Его в КПЗ. Не было найдено еще запрещенного, отпускаем. Почему-то он не садится, агент. Господа, у вас задержан, садится? Нет, нет, аномалия посадил происходит. Посадил человека. Вызываем, вызываем. Посадил человека напротив. Кто-нибудь один, нужно патрульное авто срочно. Сейчас едет. Данных людей, агент Кей, тогда выйдите с машины. Агент Кей, выйдите с машины. Легким движением руки открыл дверь транспортного средства, после чего силы. О, отстегнул ремень безопасности. Ожидаем автомобиль, достал тазер из кобуры. Все, агенты, те в КПЗ, я их ожидаю. А нам что делать сейчас? Как отлично, ожидаем. Доктора, можете собираться, тоже выезжать. Мы ожидаем, так сказать. Патрульные автомобили, данных людей в подвал. Сейчас я еще разочек попробую легким движением руки открыть дверь транспортного средства. А вы сядьте вперед, вы вперед должны сесть, агент. А я вперед сажусь, смотрите. Попробуйте. Пожалуйста. У нас не получится силы затащить туда задержку. Все, не получилось. Откат, да-да. Да-да-да. Как сделаем? Перестаньте заламывать ему руку, садитесь в этот автомобиль и отправляйтесь. На территорию рейда, так сказать, обыщите его, заехали вот в Буффало приехала. Давайте, садитесь в Буффало. Садитесь в Буффало и этот, агенты, садимся. Грузите его сюда. Все, все, отлично, отлично. Перезаломайте руку, руку перезаломайте, агент. Руку перезаломайте. На заднее пассажирское машину не садитесь, пожалуйста. Агент, перезаломайте руку, аномалии происходят. А, понимаю. Куда мне говорю, можно сесть? Происходит опять куда аномалии гребаные. И чего нельзя делать? Сейчас. Подождите. Я даже видео этот не записал. Ну хватит, тихо, господа. Не устаюсь. Все, садитесь, пожалуйста, агент. Один обыщите агент. Обыщите его, обыщите данного человека. Если ничего нету, отпускайте. Обыщите его сейчас, агент. Господа, меня слышно? Мне все нормально. Господа, меня слышно? Меня слышно? Вы можете его уже погрузить в машину, блядь. Ничего запрещенного не было обнаружено. Снял наручники. У него запрещенного ничего не найдено. Я проверил. Ну все тогда. Садитесь к нам, быстрее, садитесь к нам. Агент. Агент, вы можете уже сесть? И не буянить. Аномалии. Ну тогда не садитесь, пешком будете до ФИБов идти. Хайрхоке чёрт. Мам. Хасан, Африка. Африка. Мам, яши, ортода яши болуп калыпты. Африка бергү. Ты сок коптан адам. Легким движением руки открыл транспортного средства, после чего застегнул задержанного. От ремня безопасности, после чего как задержанного из авто и закрыл дверь транспортного средства и взял человека под руку, точнее задержанного. Господа, меня слышно? Вас слышно, но видите, происходит аномалия, он стоит на месте и без наручников. Он у меня в наручниках. А у меня он в наручниках. Он у меня без наручников и стоит перевернутый. Отойдите от него. Господа, переодевайтесь пока в допросную форму с масками. Ваш, иду. Господа, меня слышно? Да. Теперь да. Хорошо, легкий. Вы меня слышите, надеюсь? Легким движением руки открыл дверь транспортного средства, после чего силы запихнул в машину задержанного, после чего закрыл дверь транспортного средства. Ну, агент, не садитесь со мной, пожалуйста. А, я думал, просто вам нужна охрана, если что. Нет, я сам справлюсь. Здесь, да? Да.
Агент 367, что случилось? Я слушаю. Что? Что происходит? Почему? В скором времени вы все, скажем так, забудете, уважаемый. Так, уважаемый, легким движением руки открыл дверь транспортного средства, после посилы вытащил задержанного, из авто и закрыл дверь транспортного средства. Итак, скажем так, мы сюда прибыли, чтобы пообщаться с вами. Это вторая допросная Федерального бюро, неофициальная. Надеюсь, вы меня слышите. Да, я вас слышу. Поступило. Давайте говорить на чистоту с вами. Давай. Нам поступила информация, что вы являетесь главой такой группировки узбекская семья, это так? Я? Да, вы. Бекахан. Ну, меня зовут Бекхан, но я никакого группировку не говорите. Смотрите. До этого, скажем так, на вашу группировку был найден компромат. Я вообще не в курсе. Вы о чем? На вашу группировку был найден компромат, где было, получается, крупнокалиберное запрещенное оружие. Также в ходе рейда было найдено это оружие, а именно пулемет. Также револьвер и также другое запрещенное оружие. Получается, в ходе допроса была обнаружена такая информация, что некий Бекахан – лидер этой группировки, а именно узбекской мафии. Простите, по-английски скажу, у меня чат не работает. Тогда давайте перейдем чуть-чуть на эльфийский, вы согласны? Да. Скажем так, я извиняюсь за то, что так произошло, потому что с сервером очень плохо, у всех очень он сильно лагает. Ты сейчас по РП можешь ответить? Ты записываешь сейчас? То есть, допустим, у тебя есть запись именно РПшная? Либо нет? Нету? У меня? Ну да, у тебя. Нет. Хорошо, допустим. Просто это... У нас еще извиняюсь за то, что мы в такой обстановке говорим, потому что первое это просто у нас занято. Итак, перейдем на ИСИ. Было установлено, что некий Бекахан, лидер группировки, сейчас он ослабил хватку и перестал сечать напротив за собой, что некий Бекахан лидер группировки узбекской мафии. Это чушь. Это чушь. Возможно. Но ваш заместитель, как я понял, ваш первый заместитель полностью... Какой заместитель? Вы что, я обычный перекупщик? Группировки. Не нужно. Мы знаем, что вы тот самый Бекахан и то, что вы лидер группировки узбекской мафии. Как вы это докажете? Я вообще не в курсе, о чем вы говорите. Выдвинутые нами. Что? Так, минуту. Итак, мне сейчас, скажем так, через наушник сообщили, что наша первая допросная освободилась. Давайте перейдем туда, и мы вас хорошенько допросим. Надеюсь, вы будете говорить только правду, так как ваш первый заместитель уже допрошен, он слил всю информацию у вас. Сколько человека хотите, обсудите. Я обычный законопослушный гражданин. Я работаю на БУ и перекупаю.
Мы вас допросим, надеюсь, скажем так, вы не будете сопротивляться. Взял человека под руку и повел за собой. После чего открыл дверь транспортного средства, усадил силы туда задержанного, запросил ему временную безопасность и закрыл транспортное средство. Надеюсь, вы не будете пугаться наших людей, которые занимаются допросами. Они люди суровые, но ничего плохого вам сделать не должны. Вы только говорите правду. Легким движением руки открыл дверь транспортного средства, после чего седьмому задержанному повел его из авто и закрыл дверь транспортного средства. Нам нужна помощь? Мой вам совет — говорить только правду. Перестал вести человек напротив за собой. Так. Взял мою руку, человек напротив, пел за собой. Отошли отсюда. Так, достал пакет все. С рукой на брюк, надел пакет на голову человека на броде. Поднялись на 49. Достал кляп с рукой на брюк, сунул кляп человеку в рот. Вам сломал тоже. Все звук и видеозаписывающие устройства, сломал телефон и рацию. На 49 поднимитесь. Сломал также все маячки, которые имеются на теле человека. Так. Взял паяльник со стола, затем подключил паяльник в розетку. Я думаю, провода хватит. Приложил паяльник, так сказать, к правой руке человека. Молодой человек, я его сейчас включу. Вы не собираетесь дальше ничего говорить? Приложил, включил паяльник и приложил к руке. Молодой человек, я слушаю, что вы знаете про данную группировку. Короче, друзья, ноги ворны, мезыки. Да человек, у вас были пулеметы, что вы мне тут рассказываете? Вы мне сказали, это значит, в самом начале говорили людям, что вы находитесь в группировке. Да? Что какой-то Бекхан лидер этой группировки. Зачем сейчас мне врете? Мне сказали люди, то, что вы такое им говорили. Сейчас я спрашиваю вас, зачем вы врете мне? Я не вру. Приложил паяльник максимально близко к руке. Я не понимаю, когда вам воткнули шило, и паяльник сейчас уже греет очень сильно. Да, и вы не собираетесь мне ничего говорить. Просто вот, посмотрите мой рот, вот, вы видите, да? Это я сам сделал, просто так сделал, посмотрите. Интересно. Выключил паяльник затем. Положил его на стол, выключил его с розетки. Стал кляп с кармана, засунул кляп человеку напротив. Лицом развернитесь обратно, в другую сторону. Разворот сделать быстро.
Нормально то, что у вас там с руки вообще кровь течет, и вам никак не больно, мне вот это интересно больше всего. Лицом разворачиваемся в другую сторону, быстро. Разворачиваемся, я вам сказал. Я боюсь, что вы от меня хотите? У вас кляп во рту, как вы говорите вообще. Сделал салабиту в правую руку. Резким движением руки ударил битой по животу человеку напротив. Что говорить будем, нет, уважаемый. Достал кляп с рота человека напротив. Говорить будем, вам задали вопрос. Я вообще-то, где я? Что делаю здесь? Говорить будем или нет, я спрашиваю. Просто я вам кость сломал. Я думал, что вы скоро бега, почему забрали? Деп, мам, беда нахуй сердце. Я этот кровь истекал. Я уже этот... Не могу... Ичте, нема. Боле келды. Я не понимаю, где я. У меня эта голова кружится. Белде, я в шипке кирьяп. Пызвзам. Пызвзам. Ахранлар, пызвзам. Санетмим, зеду старшиларин. Что вы знаете про эту группировку? Бейка, почему забрали? Чем занимается, я спрашиваю. Я уже почти всю кровь стекал. Что, где я? Чем занимается группировка, я спрашиваю. Еще какой группировка? Группировка чем занимается? Сколько людей в группировке? У меня сейчас уже обморок будет. Что я делаю здесь? Вообще, ничего не видно. Достал кляп, засунул кляп, человеку направил. Разворачиваемся быстро. Разворачиваемся, сказал. Амадан, чихап кетурор, кенгар, ушлап после. Достал кляп с рта человека, это. Разворачивайся ко мне. Разворачивайся. Разворачивайся ко мне, сказал. Не, его тоже думал уже. Ты тоже ничего нам не собираешься? Пиздец, яма лома. Понял, да? Вы чё? Почему вы не спрашивали? Я спрашиваю. Про рассказывание, что про вы группировку. От меня хотите? Отпустите про группировку меня. Рассказываю. Как, в каком группировку? Наши люди сказали, то, что лидер группировки Бекхан. Ты сказал, то, что ты Бекхан. Рассказывай тебе. Я Бекхан, но я никакого... Ударил человека по лицу. Быстрее рассказывай про группировку, я тебе сказал. Я вообще не знаю, о чем вы. Подошел к столу, затем взял шило со стола. Начал потихоньку всунуть шило в левую руку. Что вы, что какое вы делаете? Название группировки? Вы, быстро. Название. Знаю, вы уберите, название больно. Группировки. Больно. Всунул какое, шило какое, еще сильнее. Быстро название группировки. Высунул шило, кинул на пол, всем ударил по лицу человека. Быстро говори название группировки. Я сказал быстро говорить. Я вообще... Быстро говори, говори, чем она занимается, ты что мне тут рассказываешь? Я вообще не знаю, любом... Еще раз ударил человека по лицу, быстро рассказывай, тебе сказал. Я вообще не понимаю, ты зачем мне сейчас лапшу на уши вешаешь? Нам сказали, то, что лидер группировки Бекхан. Какой ударил человека в живот. Быстро сказал рассказывать. Давай. Я сказал, я, быстро рассказывай. Я не знаю, о чем, что вы хотите от меня. Я вообще не знаю. Пожалуйста, отпустите меня, я не знаю. Я обычный человек. Достал кляп своего кармана, сунул кляп в рот человека на пробу. Разворачиваемся, зеленый волос. Разворачиваемся, сказал. Достал кляп со рта. Ты тоже, я так понимаю, до сих пор говорить не хочешь, правильно? Да, да, да. Ударил человека в живот. Еще раз ударил в живот. Сейчас спрашиваю, ты будешь отвечать или нет? Рассказывай мне про эту группировку, быстро. Также сказали то, что ты, мои люди сказали то, что ты глава этой группировки. Я тебе сказал, быстро рассказывай, ударил человека в лицо. Быстро рассказывай.
тебе сказал, быстро рассказывай, ударил человека в лицо. Быстро рассказывай, хорошо. Я уже это... Хорошо, я понял, хорошо, хорошо. Взял паяльник со стола, затем сунул паяльник в розетку. Молодец, да? Тим-тим-тим-тим. Развернись быстро. Я тебе говорю. Разворачивайся быстро, отслонил паяльник от спины. Приотслонил трусы и закинул паяльник в трусы. Я тебе сказал, быстро рассказывай. Включил паяльник. Быстро, я тебе сказал. Про группировку мне все рассказывай. Достал паяльник из трусов, выключил его и кинул на пол. Затем ударил человека в живот. Я сказал, почему ты не рассказываешь? Быстро рассказывай мне. Тут ничего пора мало. Маэстро, мама, сбитый. Да. У нас дар, я не озоттю. Канагадур Дара Люсиано деген плакат. Высунул кляп со рта человек. Молодые люди, теперь слушайте меня все внимательно. Никто ничего не хочет сказать после всего этого. Я не знаю, о чем вы хотите. Или вам тоже засунуть... Вам тоже засунуть паяльник в трусы? Взял паяльник с пола, включил его. Приопустил штаны и засунул паяльник в трусы. Говори мне быстро про эту группировку. Я не знаю. Быстро, я сказал, говори про группировку. Я не знаю. Высунул паяльник с трусов, выключил, кинул на пол. Блядь. Достал кляп с левого крана брюк, засунул кляп в рот человеку на брусе. Достал второй кляп и засунул кляп в рот. Чего? Не понял. Достал аптечку первой помощи с правого кармана брюк. Ты тоже не будешь рассказывать? Или будет так же, как с твоим другом? Я спрашиваю. Ты не будешь рассказывать? Достал кляп со рта человека напротив. Пошел кляп в левый карман. Ты тоже не будешь рассказывать, я спрашиваю. Ищем, Артём? Бека, как ты? Бека. Подвести вас? Ай, ебать вы нахуй мажоры, блядь. Ёбать. Мен қамауға кетіпмін. Майлы, қамауда отырасыз. Қале зор болды. Аш, тентрасты шадым бар ғой, мәлеке. Яман тентрасты шадым. Мана достар, гуоқ болғаныңызда ул лидер кімлігін анықлай алмады. Мана кімлігімді білішмеді. Бұлардан қолдан hiç нәрсе келмеді. Şu bilan videomizni yakunlaymiz. Sizlarga kattakon rahmat. Taklifingiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar, like bosishni unutmanglar. Hammaga xayr.